Доброе утро, ребят. Ну что, сегодня у нас обзор, что мы, возможно, возьмем, купим, не купим на новый наш аккаунт. За десяточку не буду я на него перезаходить. Так, смотрим. Большие паки нам не интересны. Второй пак. Куча расходников. Вот за двадцатку половинка лазули. Феника 1400 книг по 5000 камней на прокачку смотрителей. Дальше. Вот за десяточку ремку можно получить воодушку сразу. Тоже, в принципе, неплохо. 3000 карточки Prime. Третья, вторая. То есть такой вариант. Для тех, кто не в теме, мы качаем новый аккаунт за десятку, который потом разыграем. Так, за пятерку скины. Это за сотку дорого. О, нифига себе, ребят. Если 5 дней мы не донем там, да. Смотрите, что мы получаем. 2 огника. Огник по 25 баксов уже. Офигеть. Плюс куча расходников. И возможность собрать розу, в принципе, тоже неплохо. Я думаю, тут половинка розы с двадцатки должна получиться. Так, что тут у нас за двадцатку расходники такие? Ну, этот пак не вижу пока смысла брать. И драконы, можно добить некроса и арктику. Ну, как по мне, наверное, вариант либо вот такой вот. Ну, зато 5 дней, но зато, блин, 2 логника. Ну, я думаю, он будет все равно, в любом случае, попозже. Там и за двадцатку можно будет собрать. В принципе, пак неплохой. Камешки. Либо же вот этот пак с расходниками, 2 выживания. Ремка и воодушка, я считаю, это поприоритетнее будет для аккаунта. Ну и сможем, конечно же, пооткрывать карты. Отсюда можно получить кого? Тут, кого тут у нас? Фрейку можно вытащить, ПБшку. Седну, Афинку. Ну, в общем, пишите комменты, что вы думаете. Определяемся до вечера, и потом будем с вами уже трешивать. Ну, неплохо, неплохо. Мне понравился этот рынок. То есть мы таким образом будем с вами прокачивать аккаунт. Те, кто не в теме, посмотрите 2 видосика предыдущих. Так, открыли у нас пирата. Пират тот же. В принципе, неплохой. Если мы возьмем 2 огника, что у нас тут по плюшкам можно вытащить? Такое себе. Ну, в общем, в принципе, огники за двадцатку по 20 можно будет собрать одного и получить кучу плюх. Его часто продают по 20 баксов, там 100 осколков. Вот лазуля, в принципе, половинка лазули. Но тут, конечно, заманчиво вот это. Очень круто. Так, окей. Что тут у нас по архе? Еще не открылся. Поехали посмотрим, что там на других рынках делается. Да уж. Английский сервер, как обычно, удивляет, честно говоря. Но то он и английский топовый сервер. Так, логия. Логия. Что тут у нас на Сарделе? Ничего себе. Какие-то сарказмы нападают. Так, ну тут ничего не поменялось на рынке. Все тоже. Супер набор какой-то добавили. Супер набор 2. Ну, неплохой, я вам скажу. Супер набор 2, 20 коробок. Факт. О, ну вот сегодня отдадим розу победителю, если он не отписался. Он 100% ее получит. Это радует. Победитель конкурса вчера был выбран. Сегодня у нас будет еженеделька вечером. Так, разбиватель яиц то же самое. Что и там, что тут за награды. Ну, неплохие награды. Смотрите, какой разбиватель у нас сегодня. Правда, монет будет где-то набрать. Выращивай призы, разбей снеговика. Большая выгода.
таланты, народ таланта, временные акции. В общем, такое. Поехали еще на Китайку. Не знаю, я, наверное, на аккаунт. Сейчас зайдем на аккаунт за 10. Сейчас досмотрим, что там на рынках сегодня делается. Думаю, посмотрим, что там у нас уже есть. За 5 дней просто за 50 баксов можно собрать намного больше, чем огника. Поэтому тут вопрос так, тут то же самое, что на русском. Вот неплохой пак. Так, это мы видели. Поспешить нам с огником, лучше собрать побольше героев. Так, ну я считаю так, мне кажется, все-таки пак два огника за 25 получается. Ну, расходники, конечно, тоже. Ну, пишите, короче, что вы думаете. Так, что у нас тут по рынку сегодня? Такое себе лазуля, как за пак на русском сервере. Точно так же. Ну, Анубис, Железная воля, Водушка. Тоже неплохой рынок. Так, идем на немецкий еще. Потом вернемся на английский обратно. Так, пират здесь. Мешки огника вторые, ребят. Вторые мешки огника, командора. Вот это пират. Это пиратище, я бы даже сказал. Неплох, неплох. Да, пиратишка здесь удивил, честно говоря. Чё по рынку? Такое себе. Вот такое себе. 5-2000 за сотку. Ну, так как на английском. Так, награды за один сам. Вот то же самое, что на Китайке творится. Полтора огника за сотку. Но зато посмотрите, сколько сундуков. И эмблемки. Вот это вот, конечно, покруче. В общем, нас что-то в обнове по-любому ждет. Они просто так не раздают плюхи. Так, хорошо. Хотите, чтобы я открыл? Открыл. Такс. Поехали обратно на наш аккаунт. Сейчас я перезайду. О, какой я большой. О. Так, где там? Сейчас переключимся. Чтобы те, кто не в теме, понимали, о чем речь. Вот он наш аккаунт, ребят. Вот такой вот уже за 2 дня здесь есть алтарь. В принципе, как вариант, я не знаю. С того, что я вижу, Некроса Арктику добить. Еще будет 4 дня у нас, чтобы купить что-то другое. Либо Лазуля. Ну, вот этот вот за десятку мы получим расходники. Мы получим Водушку, Ремку. И еще получим каких-то героев. То есть эти героев Афина, Пут, Фрейка, возможно, ПБшка. Два выживания. Ну, в общем, пишите в комментах. Конечно, Овник это заманчивая тема. Плюс Розу можно вытащить. Плюс еще поиграть. И плюс у тебя будет на прокачку 6 героям, что тоже немаловажно. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. И к вечеру мы определимся. Правда, мы тогда потеряем нормально дней и будем кусать локти, потому что могут быть другие интересные акции. То есть тут и так хорошо, и так хорошо, и надо сделать какой-то выбор. Все. Всем удачи. Всем пока. Участвуйте в конкурсе. Ссылочка в описании.